Для них нет отдыха, тренировки – неотъемлемая часть жизни. И даже в период, когда можно расслабиться, профессиональные хоккеисты предпочитают оттачивать мастерство. Совсем скоро начнутся сборы, а там и до начала нового игрового сезона рукой подать. Поэтому времени, чтобы войти в форму, совсем мало. На днях на базе Видновского ледового дворца «Арктика» заработал лагерь «Планета хоккея». Мы проводим уже не первый год сборы детские и юношеские. Вот первый раз решили провести сборы для профессиональных игроков. Для этого были приглашены тренеры высокого уровня, то есть высокого класса. Это заслуженный тренер России Игорь Владимирович Захаркин. Звездный гость Игорь Захаркин, дважды чемпион мира по хоккею, заслуженный тренер России. Подготовил для спортсменов двухнедельный курс занятий, который включает в себя посещение тренажерного зала, футбол, сайкл, теорию, работу с психологом, ну и, конечно, работу на льду. В целом мне нравится мотивация, мне нравится то, что ребята более, как сказать, анализируют свои действия, более вдумчиво подходят к собственной подготовке. И это, безусловно, не может радовать нас, работающих в хоккее. Многие спортсмены обратили внимание на этот новый лагерь только из-за Игоря Захаркина. Ради такого тренерского состава хоккеисты готовы ехать куда угодно. Так, видно, собрались ледовые борцы не только из России, но и за рубежа. Я в любом случае буду лучше случиться физически, поскольку я каждый день работаю дважды в зале. У нас есть тренер по катанию, по силовому катанию. Мы развиваемся в движении, мы оттачиваем наши новые навыки. Господин Захаркин организовал все это в плане методики. Не каждый день лед Арктики видит такое количество профессиональных хоккеистов, играющих в молодежной, континентальной и высшей хоккейных лигах. Приятно отметить, что условия спортсменам понравились. Только вот, говорят, гостиницы рядом не хватает. Все условия созданы для хорошего тренировочного процесса. То есть составляли график квалифицированные профессионалы, которые работают в КХЛ. То есть и вратарские тренера, и по катанию, и по физподготовке. В планах у организаторов сделать лагерь «Планета хоккея» ежегодным и проводить его именно в Видном. Юлия Погосян, Владимир Вижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.